Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре английский караван Bell Ranger 380 модель. Максимальная масса прицепа 750 кг, что позволяет транспортировать данный караван с любым автомобилем, с любой максимальной массой. Прицеп растаможен, находится в городе Санкт-Петербург. Я не на 1, улица Шоссейная, 50А. Сейчас будем смотреть его комплектацию, планировочку на превью мы оценили уже. Будем подробно сейчас смотреть, что у нас есть снаружи. Как видим, у нас здесь дышло не длинное, 90 сантиметров. Спереди три окошка, все раздельность, по раздельности открываются с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой. Боковые окна также открываются и с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой. Спереди у нас рундук для хранения газов баллона. Комплектацию данного каравана дополнительно входит бак для воды, кабель на 220, запаска и английский газовый баллон. Вот. Бардачок у нас открывается вот таким образом. Одной рукой было неудобно. Вот, оставим его пока открытым. Далее идем по отсекам дополнительным. Здесь у нас открываем. Видим штатное место для подключения 220 вот слева. И также подключение аккумулятора. Аккумулятора, к сожалению, в комплекте нет. Ну, в любом случае, рекомендую всем новые ставить при покупке каравана. Вот. Еще раз вид с этого ракурса. Антенна телевизионная, мы видим, есть. Люк. Один над кухонным блоком и один над туалетом и душем. Сюда у нас вставляется кассета. Штатное место для кассетного белого туалета Тетфорд. Кассета на 15 литров. Идем дальше. Отсюда у нас идет выхлоп при работе нашего газоэлектрического бойлера, при работе от газа, карвер. Также сюда подключается насос-помпа, есть фильтр, как видим мы. Насос-помпа в комплекте обязательно идет также. Вот. Четыре лапы, две спереди, две сзади. Сейчас караван я поставил на одну лапу, этого достаточно, чтобы я мог зайти в него и без проблем показать. Вот видим лапу переднюю одну с башмаком. И здесь также она видна. В принципе, по наружной части вроде бы все сказал. Будем переходить вовнутрь и обсуждать, что у нас есть внутри. Фиксатор на дверях вот такого плана. То есть, чтобы дверь у нас не ездила. Вот. Также вот в комплекте ступенька. Ключ для лап обязательно. Без этого никуда. Вот заходим. На превью я показал вроде бы, как все выглядит. Сейчас будем подробно обсуждать это все дело. Дополнительные фотографии, кстати говоря, можно найти на сайте. Ссылочка в описании будет. Первый караван.ру. Переходите, ознакомьтесь с актуальным статусом всех караванов. Там также есть видеообзоры и дополнительные фотографии. Вот. Как видим, по мебели вопросов никаких нет. Состояние отличное. Вот. Блок управления. Здесь у нас включение света, насоса помпы, водонагревателя. Розетка 220 английская, которую можно поставить, на которую можно поставить переходник, либо поменять розетку. И подключение телевизионной антенны, точнее, ну, телевизора. Вот, что еще у нас? Переключение с аккумулятора автомобильного на аккумулятор, который в прицепе. Вот, идем дальше. В начале прицепа у нас идут два дивана, длина которого 1,80 м, и второго также 1,80 м. Они абсолютно симметричны. Ширина 70 сантиметров. Есть возможность собрать одну большую кровать с помощью жестких ребер, которые выезжают посередине, в одну большую кровать, которая будет размером у нас 1,80 м на 2, так как у нас есть возможность снять вот этот ящик. По совместительству это еще и стол. Вот сейчас тут сбоку защелка. Снимаем, пожалуйста. Раскладываем, и у нас образовывается вот такая вот столешница. Помимо этого, еще дополнительный столик в комплекте идет, он обязательно есть. У нас под кроватью место для хранения. С этой стороны, как мы помним, ставится аккумулятор. Соответственно, ящик аккумулятора, вот он здесь. Своя зарядка есть у аккумулятора. То есть, если мы подключаем прицеп к 220, у нас сразу идет зарядка. С этой стороны стоит бойлер. Вот он, газ 220, карвер. И также место для хранения, в принципе, достаточно. Вот. Здесь управление бойлером у нас есть. Так, сейчас, секундочку.
А, это у нас управление печкой идет. Прошу прощения. Да, управление печкой. Так, идем дальше. Управление бойлером. Уже я сказал, вот, можно включить здесь его. Также, обратите внимание, раздув есть. Вот наша печка Carver. Она с раздувом, даже на таком маленьком прицепе. Не сказать, что это обязательная вещь, но если это есть, то от этого мы не страдаем, только плюс. Вот, идем дальше. Здесь у нас место для хранения вещей. Довольно просторный шкаф для такого небольшого прицепа со штангой, чтобы можно было, с перекладиной, чтобы можно было повесить какие-то вещи. Вот, на входе это москитная сеточка такая, вот, снятая. Забыл сфотографировать, к сожалению. Вот, надо будет надеть. Так, печку Carver мы обсудили, в принципе. Идем дальше. Туалет-душ. Туалет-душ с довольно просторным душевым поддоном. Сам поддон целый. Вот наш насос-помпа, который в комплекте идет. И бак для воды дополнительный еще. Там в синем увидели. Это тоже мы можем использовать. Раковина. Вот, горячая холодная вода, разумеется, сюда подается. Зеркало с левой стороны. Вот. Вот таким образом выглядит. И из раковины вытягивается лейка. Выдвижная душевая лейка, чтобы мы могли помыться. Вот, фиксатор для душевой лейки у нас находится здесь. По состоянию вопросов, опять же, нет. Затемненное окошко с москитной сеткой, солнцезащитной шторкой. И туалет Тетфорд сам тоже в наличии. Все оборудование демонстрируется перед расчетом. Когда останавливаемся на каком-то караване, мы сперва проверяем, что все работает, затем только занимаемся уже финансовыми вопросами. Кухонный блок у нас находится по классике 750-килограммового прицепа с правой стороны. Четырехконфорочная газовая плита. Четыре конфорки абсолютно идентичны по размеру. Вот, все запускаются. Гриль. Вот он, гриль наш с соответствующей посудой в виде противня. И здесь у нас духовой шкаф. Все работает, все проверялось. Все в отличном состоянии. Работоспособность не нарушена. Вот наша рабочая зона, рабочая поверхность. Таким образом выглядит. Открываем. И здесь у нас раковина. Обычная раковина, горячая вода также сюда подается. Вот. Люк, про который я говорил снаружи. Ну, когда я был снаружи, говорил про него. И в туалете также есть люк. По состоянию, вот опять же, вопросов никаких. Вы все целые. Вообще, в принципе, нигде ничего не течет. Смело можно останавливаться на таком варианте. Дверь разделяется на две части. Вот, про москитную сетку я уже сказал. На окошке также есть солнцезащитная шторка. Вот такого плана. Ну и на всех окнах, которые мы видели, также имеется солнцезащитная шторка и москитка. Вот. В принципе, по данному каравану я сказал довольно много. Всем спасибо за просмотр. Ждем на нашем сайте. Ждем у нас Янина. Это 1 километр от КАДа. Есть доставочка в любые регионы. СНГ и РФ. Без проблем доставим. По ценам тоже все по телефону. Будем обсуждать. Приезжайте в гости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.